Сім'я Барашковських дружна та активна. Не втомлюється ініціювати та брати участь у різних соціальних проєктах нашого міста. Доброго ранку. Я так розумію, прокидатися зранку ви дуже полюбляєте. Чи не правда? Доброго ранку. Ну, вставати рано, смотря яке настроєння. Не можу сказати, що ми жаворонки, але, в принципі, ми дуже активні із самого початку дня. Сьогодні ви разом з нами робитимете ранкову зарядку. Як часто ви проводите такі заходи сімейні? Ну, не часто, тому що у всіх різні зараз графіки, і іноді мені приходиться рано вставати. У Никиты вторая смена по школе, у него свои задачи. Никита может трошки поспать, так? Но мы занимаемся йогой и периодически делаем совместные такие йогические упражнения, асаны. Можем вам небольшую совместную такое приветствие солнцу сделать. Добре, зрозуміло. А Микита, я так знаю, що ти відвідуєш ще якісь спортивні секції, так? Ну, доволі барбу хожу на... Як давно? Тобі подобається взагалі? Ну, да. З першого класу хожу, в принципі. Вже звик, так? Да. Це вже як така зарядка для всього тіла, так? Да. Розкажіть, будь ласка, в яких соціальних проєктах берете участь, можливо, всією родиною? Те, що найбільше запам'яталося? Ну, Никита в тому році участвував у дуже такому серйозному проєкті «Нойка». Розкажи, синок. Ну, мы с общиной поехали, я не помню куда, но завезли на кладбище. Ну, очищали, да, очищали молодежь, взрослые и пенсионеры собирались с общиной и поехали наводить порядок на одном из еврейских кладбищ. Вот. А мы сделали и с семьей участвуем в многих проектах города Николаева, и тех, которые инициировали сами, и готовы всегда поддерживать классные проекты горожан, которые мы видим в их необходимость поддержки. В том году мы участвовали, открыли аллею автомобилистов на Тимводе, сделали «Подаруй лавку Мисту». И люди сами нам звонили, обращались и вкладывали деньги в эти лавочки. Мы такой придумали тренд, как в Нью-Йорке фирма или владелец ставит свою табличку на эту скамеечку, и мы там все так клево облагородили. Плюс я всегда с удовольствием поддерживаю проекты «Наша семья», мы всей семьей садим тюльпаны, когда Ирина Скворцова дает объявление в Фейсбуке. Горожане, подтягивайтесь, включайтесь, мы все проекты стараемся не пропускать. Ну и сейчас для нашей семьи задача номер один – это проект «Котогорошка», который мы в том году, я стал победителем громадского бюджета, а в этом году он сейчас реализуется. Как раз именно в это время, буквально 200 метров от вас, возле 22-й школы, на локации парка «Юных героев», сейчас создается спортивная площадка и детский комплекс «Котогорошка». Уже майже доробили, чи ні? Чи тільки... В процессе. Строятся фундаменты, все по уровню заливается бетоном, готовятся под площадки основа, то есть чтобы эта площадка была как можно более долговечная, вырыли ямы под столбы, ну, то есть все идет в процессе. Я думаю, мы обов'язково наступні наші зарядки будемо робити саме там. Отлично. Так, а сьогодні робимо в нашій студії. Отже, які ми будемо робити вправи? Ну, мы сделаем такую легкую совместную разминку, называется это «Сурья Намаскар». Нам так вставать? Или друг напротив друга можно? Я могу знаю, повернуться к Никите? Мабуть, можно. Вот так, да? Давайте ось так, мабуть. Вот так. Как, вот так? Так. Так, хорошо. О, начинается. Давай, сыночек, тогда вместе со мной. Как мы делаем с тобой? Ручки вверх, подняли носочки, подняли пяточки, вытянулись. Опустили ручки, замерли, ножку правую назад. Ой-ой-ой, у меня уже спина болит. Вытянули. Вытянули спину. Кто заряд робот? Ладошки, ножки назад выровняли, подняли попку вверх, потянулись хорошенько, вытянулись вперед. Такая хорошая разминка, я вам скажу. Ножку вперед. Одну ножку. Все делаем спокойно. Поднялись. И встали. Это мы сделали в одну сторону. Теперь мы делаем другую. Потянулись. Другой ножкой. Опустили ручки вниз. Дыхание ровное с каждым движением. И теперь другую ножку. Тянем назад. Сделали планочку.
Попку подняли вверх. Вытянулись. От немає тут макушевий, а? І тепер вернули ножку. Потянули вторую ножку. Поднялись ровно. И стали встать. Здесь, мабуть, там гікали. Ну, это самое начало, потому что потом у нас еще идет большое количество йогических упражнений для растягиваний. Вот, но надо как бы потянуть весь организм. Вот смотрите, как мы с вами практически ничего особенного не сделали, а в тонусе чувствуем себя. Ну, Никита, особенно. Не знаю, як Микита, я точно відчуваю одразу такий жар. Верно, повністю по всьому тілу. А это дало результат. Отака маленька начебто вправа, а вбачайте, а такі результати, так? Якщо кожен день робити, то і розтяжку да. Гарно. Ну, воно не зря називається «Привітствие сонцю». Сур'я намаскар. Така предварительна, оздоровительна, восстанавливающая дихательна, фізична установка. На позитив, на то, щоб організм чувствовал себе хорошо, уверенно. Нам надо много чего сделать. Кому-то надо хорошо учиться и тренироваться, а кому-то делать много хороших вещей. Можливо, ще якусь вправу давайте зробимо? Таку якусь простеньку? Простеньку? Ну, я даже не знаю. Самое простое, это если не говорить... Це була найпростіша? Это была самая простая. Дальше немножко сложнее. Ну, может, Никита сейчас может вам показать свои упражнения. Ну, да, ты спробуй, а вдруг не слышишь. Давай. Я умею это делать сейчас. Давай. Мостик научи. Это из борцовских. Будемо тата просити, щоб він став на місточок. Итак, посмотрите, он ходит на мостике. Это на тренировке, они делают эти упражнения. Это очень сложно на самом деле. Пішов. Аккуратно. Які в тебе відчуття? Мабуть... В спині колись. Це такий маленький такий побічний ефект, так? Ну так, а представьте, ми його підготовили якраз к таким серйозним спальним упражненням. На самом деле борьба как вид спорта, это, конечно же, очень классный. А вы помните, как изменяется ваш сын, вот, когда после того, как пошел на борьбу? Ну, конечно, она дает ему волю, ну, это стимул доводить все до конца, потому что спорт... Дисциплинирует. Да, спорт дисциплинирует, и спорт очень сильно подтягивает мужские качества. Мужчина так создан, он должен двигаться вперед, он должен быть успешным, а в наше время сейчас, видите, как изменились немножко градации. Мужчина может просто уметь быть в интернете, да, там, допустим, вот у Никиты тоже, он в Ютубе, у него там куча подписчиков, но тем не менее, именно спорт помогает ему быть последовательным, собранным. А про что ты рассказываешь в Ютубе? Ну... Я там снимаю игры, хотя, ну, практически не снимаю, только делаю прямые эфиры. Куча новых профессионал, слов. Прямые эфиры, Робин. Стримы. Он нас учит, как надо правильно говорить по IT-языком. Зрозуміло. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я не знаю, як глядачі, а я точно вже зводірилася. І тепло це, навіть після однієї вправи, мене й досі відчувається. Дуже добре. Ну, значить, ми зробили те, що повинні були. Так що дуже вам дякую.